А смысл слова Бабилан? Бабилан это армянское слово. Бабилан. У меня друг есть Дмитрий Бабилан, это фамилия. Я про него пою. Мой Бабилан. Почему панда? Потому что Энди. Давайте выберем Михаила Шаталова. А, отклонил в приглашение этого Михаила Шатал. Конечно, Шаталов подвел меня. В следующий раз ты зашатаешься от моих новых панчей. Туманьё или Элджей? Элджей. Потише, не выражайся, я в прямом эфире. Сейчас я покажу вообще, и ты будешь позорником. Спой, брат передал. Это меня брат передал, брат передал. Это меня брат передал, брат передал. Как вам мой рэп? Передай саламчик Назару. Нет. Будет ли фит с джемом красного тмина? У тебя усы четкие. Усы. Как относишься к кальянному рэпу? Ну, я не курю кальян. Почему Азамата мало на твоем альбоме? Потому что его много в моей жизни. Тут просят показать Мияги. Покажи Мияги. А у меня нету. Нету? Нету. Как мне повезло, зато у меня есть Мияги. Ну, покажи. Нет, от души же есть. А почему, кстати, вот я отметил у вас, ну, я со многими с кем знаком, там, с Казахстана, с Кыргызстана, с пацанами, они все говорят «же есть» через каждое слово. Я раньше думал, что только дагестанцы так говорят. У нас в Казахстане говорят «шишес» через каждое слово. Как? «Шишес». «Шишес»? Да. Это как «тифес», только «шишес»? Нет, это как... Твою мать. А, ничего себе. Кто из Казахстана, подтвердите. Подтвердите, шишест. Девочка и такие выражения говорит. Господи, боже мой, шишест какой-то. Шишест чистый.